краткий обзор и дата выхода очередной 32 серии турецкого сериала «Ветреный». Прочитав письмо матери, Миран, конечно же, первым делом направляется к бабушке, чтобы потребовать ответа. Пусть она прочтет и расскажет ему правду. Азизе, как всегда, пытается найти оправдание, однако султан подтверждает подлинность письма. Она заявляет Мирану, что его мать при ней и написала все это. Как теперь поступит Миран, осознав, что его жизнь построена исключительно на лжи? Азизе при этом загнана в угол. Она получает еще одну угрожающую анонимную записку. В испуге она набрасывается на Ханифе, обвиняя ее в предательстве и шантаже. Посмотреть очередную 32 серию вы сможете уже 14 февраля.